Так, сколько у нас клонёвка стоит, кстати? Чисто опоры, да? Я даже не знаю, за что будет хвататься. Ребят, вы что, сразу в два отсека, что ли, это все загружаете? Ну, тут по умолчанию один робот просто.
Ну-ка, бери, давай пособираем. Ой, хоть что-то. Да, как-то суровенько получается. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Resources collected. Тоже прижигает, правда, не так хорошо, как хотелось. Точнее, вообще никак. Ай, говно. Короче, понятно. Resource beaming complete. Resource acquired. Ребятки, сколько у меня там фигелей, на что мне хватит? 4. Resource beaming complete. Resources collected. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Resources collected. Resource beaming. Resource acquired. Resource beaming complete. Resources collected. Ох, тут поначалу. По началу игры чувствуешь себя реально космическим выживальщиком.
Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Винтовка, мягко выражаясь, говно. Так, ладно. Вкусная системка, конечно, но мне сейчас нужны упоры. Надеюсь, пираты не прискочат сразу. Не хотелось бы. Resource beaming complete. Resources collected. Всему есть цена, как говорится. Resource acquired. Фига там прибежали, ребят. Ну, типа молодцы. Смотрю, от меня не отстаете, да?
Далековато я все разместил. Ничего. Resource gaining complete. Справимся как-нибудь. Resource acquired. Resources collected. Resource beaming complete. Resource acquired. Alarm. Security breach. Че, ребят, я упрыгну куда-нибудь подальше, вы не против? Потом с вами разберемся. Ох, вы козлы, а. Перезагрузить. Отхилиться, кстати, бы тоже не помешало. Thank you.
Так, ну здесь, я думаю, они меня вряд ли будут. Как Славка, ты и порох, и опора. Resource beaming complete. Resources collected. Господи, какая ужасная игра. Access granted. Это еще хуже. Умно. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Resources collected. Так, ладно. Теперь мне надо заварганить пару складиков. Ресурсы. In our cloning laboratories, new clones can be created and added to the crew. Thanks to superior genetics, advanced technologies, we are also able to combine human DNA with DNA we collect in outer space. This feature gives us the amazing option to create perfectly specialized beings for the Genesis program. Комната отдыха потом разберемся. Пока пойдем несколько клонов сделаем. У нас тут максимум. Хороший вопрос, да? Максимум нам пока не понять ее. Все, ладно. Да ёп. Cloning initiated. По клону, значит, могу сделать. Ну, не так и много, но прилично. Укомплектовать немножко. Женщина не человек. Так, все. New clone arrived. Пока близко пиратов не видно, надо пойти опору пособирать. А потом забульбинить мастерскую, уже начать делать потихонечку турели. Может, команду высадки их, а? Resource beaming. Resource acquired. Так, как подумать? Где мы будем делать подъем на наш любимый верх?
Здесь у нас комната отдыха. По-любому. Так. Это, скорее всего, я буду делать вот здесь, да? Угу. То есть коридор у нас будет. Я обожаю эту игру иногда. Если изменять не буду, буду делать все так же. Так, и защита. This is a workshop module. Here we research and construct weapons and defenses. You can also configure the weapon racks with your favorite selection of weapons. Assign engineers to the workshop in order to speed up research processes. Ой, хитрая жопа, но не получается. Так. Ну хотя бы турельки у нас будут. Так, давай тогда сразу на порох переходим. Мы потом разберемся. Resources collected. Да, сюда в кого-то не помешало придачи, но они будут сейчас с пистолетами. Конечно, толку от них будет, это жесть. Точнее сказать, не будет вообще. Давай еще немного порока, хотя бы несколько турелей используем. Сколько нам там хватит? 12. 4 турельки, хотя бы это помещение защитим. Иначе это будет жутко тяжело. Отсеки отделить. Ну ладно, пусть так будет. Пока пусть будет так, потом уже посмотрим. Survival guide update. Processing. Да, буду с помощью торговцев действовать. То есть сижу, думаю, правильно я сделал, да.
все правильно, с помощью торговца будем тут выживать, так сказать. Это будет намного эффективнее, чем что-либо другое. Надо как-то к новой планировке привыкнуть или переделать. Тоже здесь коридор можно тогда убрать. Да я сдохну бегать это все. Задачка на задачке, да? Должно же быть попроще. Resource beaming complete. Resource acquired. Сколько там патронов извело на одного червячка? Что ли? Да, походу 10 патронов на одного червячка, ни хрена себе, не скоро стрельность. Resource beaming complete. Resources collected. По одной турели надо еще. Да. Resource beaming complete. Сколько турелей надо, что у нас становится? Resource acquired. Торговцам, думаю, мы как-то с этого круга ада выйдем. Очень много лишних просто материалов, а торговец я даже не понимаю. Один раз поторговал и готово. Но это как? Они все они обновлялись. Resources collected. Рык, ты меня извини, а ты мне вообще нужна. Такой вот вопрос нескромный. Resource beaming complete. Resource acquired. Resource beaming complete. Resources collected. Жесть. Да, с патронами, конечно, не, ну. Торговцами, я думаю, реально, друзья, могут быть намного проще. И будет смысл не добывать все ресурсы со всех систем. Resource acquired. Так. Resource beaming complete. Resources collected.